Саженцы черешни вида отличаются небольшой высотой, которая не превышает 2,5 метров. Благодаря этому садоводы с легкостью собирают урожай не только с нижних ветвей дерева. Созревают ягоды достаточно поздно, в конце июля. Это позволяет избежать растрескивания плодов, которое часто случается в сезон дождей с конца июня до начала июля, когда плодоносит большинство сортов черешен. Крупномер вида не следует сажать в переувлажненную почву с недостаточным количеством питательных компонентов. Черешня употребляется в пищу в свежем или консервированном виде, из нее получается вкусный сок, который также можно заготавливать на зиму. Черешня вида – это многолетнее растение высотой 250 см. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Черешня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола черешня вида можно отнести к группе высокорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Черешня вида имеет поздний срок созревания. Плоды черешни созревают в месяце июль. Масса плодов приблизительно 6-7 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод округлая, тупо сердцевидная. Окраска ягод темно-вишневой. Вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что черешня вида – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.